Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик для Юпитер 37А. Смотрите, одуванчик подготовлен для наклейки на КПН. Сейчас я вам покажу, как это легко сделать. Итак, берете ваш КПН и сначала прикладываете одуванчик на полочке, ориентируя средний контакт по красной точке, и отмечаете границы полочки с обратной стороны переходничка. Убираете одуванчик и наклеиваете на, убирая, зачищаете в этом месте черную краску, убираете мусор, обезжириваете, и потом, после того как спирт просох, после обезжиривания наклеиваете небольшой кусочек двухстороннего скотча. Вот я его вам тоже вкладываю в посылочку. Вот. И затем убираете защитную пленку со скотча и наклеиваете одуванчик на скотч. Это для того, чтобы не ошибиться с наклейкой одуванчика сразу на клей. Вот, наклеили на скотч. Соответственно, все делаете на открученном от объектива КПН. Вот, сориентировали средний контакт одуванчика по красной точке и вставили в вашу камеру. Вот. Если камера не показывает объектив, одуванчик, то вы с обратной стороны немножечко прижмите одуванчик контактом, и вы увидите, что одуванчик, камера показывает диафрагму от 3,5 до 22. Вот, ну и фокусное расстояние, соответственно, тоже запрограммировано 135 миллиметров. Вот. Вот видите, чуть-чуть отпустил. Скотч не так сильно держит, как хотелось бы. Вот. Затем вы, когда все это дело проверили, если, например, оно немножечко у вас сдвинулось, то вы сдвиньте его вправо-влево и все равно поймаете то положение, когда будет показывать диафрагму. Уже здесь, когда показала диафрагму, еще раз отметьте границы посадки одуванчика. Вытащите переходничок. Отклейте его от скотча. Вот, уберите остатки ненужного теперь уже скотчика. Обезжирьте все поверхности здесь и на полочке одуванчика и наклейте на клей. И все. Пользуйтесь. Я вам еще на почту, я вам пришлю комфортный алгоритм, хотя я думаю, он у вас должен был остаться с прошлой покупки. Но я еще раз вам пришлю. Спасибо за покупку. Сейчас я это все упакую и пойду на новую почту отправлю. Спасибо за внимание.